спустя несколько дней. Идти тут уже как-то не особо удобно. Ну, срач никуда не делся. Рискую 9000. Ну, правда, здоровье-то можно снять. Меня тут пошавкал воды. Так, короче, прилично как нету. Но я не знаю, я не суицидник. Ладно, мне стрёмно за мой велик. Гаман на сайт. Хочу сказать, когда вот люди жгут траву, мне вот интересно, те, которые жгут траву, если вы вдруг меня будете смотреть, ребята, вы когда хотите подстричься, чтобы волосы у вас свежие выросли, вы себе башку тоже сжигаете? Воды вообще нет. Вообще, что за люди? У них вчера был субботник. Я считаю, что убираться должны те, кто срут. Подсруть, я имею в виду, вот мусорят. Вчера, точнее, в прошлом году тут были коржи. Кажется, я даже снимала. Кажется, я ехала на 6-й скорости, я думала, что на 5-й. Ну, там вообще 7 их. Быстренько спустимся.
Потому что как-то я не очень доверяю местным жителям. Ну, не все тут такие адекваты, я думаю. А, это человек. Я думала, это баржа. А что-то у меня там кошелек с картами. Ладно, в следующий раз схожу без велика. Просто смотри, народ, на весь этот срач. Типа обзор велика.